Всем привет, друзья! С вами канал Game Life Tactical, и сегодня мы продолжаем играть в игру «Чужой изоляция». И в прошлой прекрасно. Серии мы бегали от чужого, мать его, по всей станции. Да, теперь нам предложили что-то починить. Но для начала мы сохраним нашу игру. Это действие мы выполняем регулярно. Да. Это у нас уже просто рефлекс, поэтому... В любой непонятной ситуации действуйте как мы. Да. Так, идем мы в правильном направлении. Как-то тут слишком всё тихо, это... да? О. Слушай, ну ты прям разбежался. Все правильно. А справа вот видел, там сопля какая-то еще была. Вон та длинная. Какая сопля? А, туда закрыт вход. Ну, помещение. Давай, я идем, имею в виду. Идем. Направо, налево можно было. Нет? Где? Не-не-не. Так, не сбивай меня с маршрута. Я антинавигатор. Давно, кстати, не попадались эти замки. Чужой нам будет очень благодарен. Хлопс. Кстати, как-то подозрительно тихо. Где эта музыка душетрепательная? Ну, значит, все нормально. А, это лифт мы вскрыли. Какой удобный замок. О, а что это сзади? Ящики. Ой, а что это за звуки? Опять кто-то кетчупом тут рисует. Шокер. А им интересно, андроидов подзаряжать можно? По-любому. Устройство быстрой зарядки. Ну. Что ты говорил? Что-то... Тихо и спокойно? Да. Вот опять ежик в вентиляцию залез. Теперь у нас нифига не тихо и нифига не спокойно. Включить транзит. О. О, чертеж улучшен. Класс. Давай в меню. А вон компьютеры. Ну, вроде пока все тихо. Опять ломать надо. Сейчас по-любому эта тварь вылезет. Мне кажется, или она с компьютерами не дружит. Кто-то все вырубил. О, шкаф. Да, добро пожаловать. Слышишь, шкаф? Там люди, да? Да. Давайте примем нашу привычную позицию. Заткнись, ты гребаный робот! Чё? Кого роботом назвал? Так. Получается, человек и андроид, да? Ну да. Ну пусть он пройдет уже. Как меня тут все достало. Я с таким трудом устроил себе это убежище. А вот интересно, шокером его бахнуть. Человека, да? Может, он вырубится сразу? Может, шокер для какого-то другого предназначен? Не знаю. Ой. Фак. Он повернулся, да. Бей шокером, бей. Отлично! Вот удобно. Это красота! Причем ну, даже не заметил. Осмотреть аккумуляторы, патроны. Ты так хорошо слился с темнотой. Блин, а как пистолет взять? А у тебя есть, зачем тебе пистолет? Хочу два, да? Так, блин. Так, уже во всех играх с двумя бегают. Ну, Рипли однорукая, кривоногая. А. Не слишком симпатичная баба. Так, а робот? А робот... Где-то... О, это что? Слева, смотри. Вот там вот, да. Зелененьким светится. Слева. Я вижу, вижу. Меня больше волнуют эти звуки. Боже. Опа, двумя руками. О, господи. О, ты подал энергию. Слушай, ну круто, конечно, шокер, да? Угу. Интересно, андроидов... Следующая цель будет когда-нибудь андроид. Ну да, скорее всего. Проверить, как на них он действует. Ну, людей... Подожди, а у нас... Он все закончился, он одноразовый. Мы потратили... Одноразовый шокер. Шокер. Зачем? Ну, а, вон. Хотя бы будем знать, что он одноразовый. Интересно, он убивает, либо так отправляет в отключку ненадолго? Да не, убивает, скорее всего, раз он одноразовый. Думаешь? Вам задание
нельзя. Да ладно. Че, он не мог спалить тебя еще. Я сообщу о тебе, Аполло. А, труп он видел. Угу. И сказал ему, вам сюда нельзя. Сильный, сильный парень. Ты там долго будешь стоять? Прошу вас вернуться. С того света. Ну за ноги его уже оттащи куда-нибудь. Если он тебе так нравится. А, ну то есть он как бы с тобой общается. Он нам как бы говорит, что он никуда не торопится. Ну мы-то торопимся. Не знать, в чем причина. В чем причина? О, эти экраны. Сейчас увидим. Мне кажется, что его надо грохнуть. Да его можно отвлечь просто. Я выясню, в чем тут дело. Сейчас увидите. Ты ж его не убьешь с одного выстрела. Я только зря отвлекся от своих обязанностей. Да, вот ты зря, давай, уходи. Красноглазый. Нарик, блин. Подожди. Что тут не так? Стреляй уже теперь, давай. Пройдемте. Ну стреляй же! Да блин. Прекратите истерику. Ну-ну. Да в голову. Давай. Ой, блин. Да тут не так все просто. Да видишь? Мимо. У нее руки крутятся. Ой! Вот это вообще не. С дамой так не обращаются. Опс. На. Давай, огонь. А! Ух, перезарядка. Беги. О. Это что было? Это ключ был. А-а-а. Блин, только патроны зря потратил. Ну вот. Что-то это... как-то непредусмотрительно. Перезаряди револьвер, да. Хорошо, хоть он один. Ну да. Так. Пощелкали. Цель обновлена. Ура. Езжайте без меня. Тут проблемы, я не смогу вернуться быстро. Подождем. А, Тейлор, не ждите, я догоню. Как скажете. Кстати, да. Это он здесь сидел, походу, да? Может, здесь резак будет этот, плазменный? Давай, сейчас рассмотрим. Нет места. Нет места. Подожди, не выходи. Давай, тут все хорошо. Терминал. Хочется этой штукой вещи еще искать, да? Ну, кстати, на карте они могут отображаться. Так. Сообщение пролистали. А, блин, не та кнопка. Эх. Никак к этому управлению не привыкнем. Да. А нет, это все. Была та кнопка. Да. Значит, все правильно сделали. Еще на помещении, там, где люди в кетчупе лежат. По-любому здесь плазменный резак. Да. О, газовый резак. Газовый? С рез-дисплейщиком. А, это просто это, защита. Да, стекло. Защита глаз. Посмотри, что там еще взять для него можно. И вообще тебе бы не помешало использовать аптечку. Ну, значит, используем. Подожди, что у нас в руках? Резак? Аптечка. Мне показалось, что резак. Аптечка. Слева значит, пишется. Используем. Оу, е. Револьвер. Создай, да, теперь. Аптечку? О! Ну создай аптечку сначала, а потом сохранимся. О, да. И теперь мы сможем взять тот клей, походу, да? И баночку. Да, возможно. Тут больше ничего нельзя? А вот там, где плазменный резак лежит, там нельзя баллон взять, мне казалось, он моргал. Можно только... Да нахрен эту музыку. Сохранимся лучше. Правильно. Вот я что-то не разглядел. Это газовый или реально плазменный? Газовый. Было газовый. Написано газовый. А нам такие вообще... И на двери было написано газовый. А-а-а. А я думал, нам такие не нужны. Потому что везде ионный, плазменный. Там. Ну да. Ну, видишь. Теперь он нам... А, то есть вот та вентиляция, да, которая была вот здесь. Где-то... Пригодится. Да. Петли будем срезать.
Ну и? Ну, режь. Это я правильно хотел? Да, да. Левее надо просто. А, по кругу. Да. Чисто. Вырезать себе кружочек сделать. Что-то как-то она быстрее не делает. Хотел ее ускорить. Как-то, вот. Кстати, вот эта стеклышко не очень помогает. Ну да. Прям фаер. Супер. Правда, дело это не быстрое, да? Вот. Ни хрена себе. Вот это да. Дает девонька. И ни хрена не скрытная. Да. Так, такая. Коня на ходу остановит. На скаку. Ну, я думаю, у нас вариантов не слишком много. Там, кстати, что-то лежало. Эх, бывает, пропускаем. Что за глупость было ответить? Езжайте без меня. Ну да. Ну как бы, вроде как, когда в компании как-то безопаснее. Все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Там мы сядем и будем ждать помощи. Ребята сейчас заваливают вентиляционные люки и вырубают лифты. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Чтобы выжить, мы должны забыть про жалость. Так, ты где-то выключил... вот за этой дверью очистку воздуха. Думаю, она что мне нужна, правильно? Ну. Вообще, если честно, мне пока не очень понятно, зачем она нужна. Ну, как, сильно ли она помогает скрытно перемещаться? По-моему, это когда... А, вот, мы вышли как раз к транзитной линии, назад, вниз. А вот видишь, восклицательный знак. Ну, можно и там пройти. Стороне. А, ты хочешь туда? Ну, это вещь, может жетон быть или еще что-то. Нам не обязательно за ней идти. Все-таки интересно, для чего эти жетоны нам необходимы? Они нам ни для чего не необходимы. Они сделаны типа как история собрать, там может ачивку дадут. Но мы все-таки же собрали там. Взяли жетон какой-то. Может быть там чертеж был? Не а был? Может и был, хрен его знает. Рипли, у транзита какие-то люди. Осторожней там. Вовремя. Хорошо подошел просто. Ну теперь, скажем так, оправдано, здесь много шкафов. Здесь нет таких. Как на щиток был, по-моему. В другом ярусе. Справа. А, нет. Не-не-не. Это на другом этаже такая тема была. Да, а в какую нам надо? В левую самую, да? Да. До жилой зоны. На этом или предлагаешь пробежаться? Ну, как бы, вообще было бы интересно посмотреть, что из себя представляют эти восклицательные знаки. Ну да, сохранились, в принципе. Надеюсь, да. Чуть... А, оу. Он не шутил, когда сказал, что здесь много людей. Интересно, а зачем нам туда надо, если нам налево? Ну, давайте сбегаем тогда туда. А ты мину положи какую-то. Да зачем? Там выход один. Так, стоп. А, ну мы туда и попасть не можем. Хотя там восклицательный знак. А, это вот сюда? Да, может тут какой-то... А мы там случайно не были? Не были, не были. Ну и ладно. Так, пойдем туда, либо же все-таки по миссии уже полезем. Ну, я не знаю, можно попробовать пройти. Мы же сохранились, ну, сохранились недавно, да. Да, если давайте. Что, оттуда начнем. Давай их чем-нибудь грохнем. Что у нас там есть? Правильно говорит.
Ой, рядом, рядом, слева стоит. Вы можете передать нам отзывы и предложения. Слева вон. Залипает. Слушай, ну тут славную гулянку можно устроить. Ну да, но пройти, а у нас ни хрена нету. Фаер можно вдаль кинуть. Давай. Вдаль. Дымовую? Нет, же сначала надо привлечь их внимание вдалеке где-то. Так надо не лучше фаер. Звуковую, да. Надо звуковый генератор. У тебя шокер? Видишь, как шокирует? Вот теперь бери ствол. Спрячемся. Слушай, ну я думал, шокер значит зарядить можно как-то. Так что ли? Подумаешь. И остались. Ну а чё? Шум-то там был. Так, я не пойму. Ну, понял? Кидай дымовую, чтобы они хотя не попадали. Да ё-моё, теперь слышишь? Револьвер. Да ё-моё, к чёртову управление. Спасибо. Хорош вообще. Уважаемые пассажиры, не мусорите вагоны. Левее, левее. Пытаюсь так. Засали. Они могут, кстати, на тебя выйти сейчас. Пусть уходят. Перезарядись. Тележка. Ну, стреляйте! Ну, валим их! Их. О, пришел. Я тебя не вижу. Да. Тележка это не лучший. Так, минус один. Давай, три патрона на это. Мне одного. Лечись, хочется. Лечись. А не? Хедшот. Давай это. Аптечечку. Наконец-то у нас экшен. Да. То все, ходим, ходим, патроны бережем. Ну да. Теперь можно их обыскать, да? А, вот того. Я так думаю, здесь больше нет никого. Ну, похоже, что нет. Ну, отлично, мы как бы перезарядили револьвер. Вот данного чувака. Перезаряди. Следуем. Так. Фаер тоже надо перезарядить. Итак, немножечко. Один патрон, перезаряди нормально его. Да, я ж перезарядил. Она один патрон вставила. А-а-а. Тут надо, значит, держать можно. Как реалистично. А я думаю, офигеть. Вроде столько патронов, чё это она? Так. Создадим. Отлично, будет. Ну, пригождаются. Ну, помаленьку, да, периодически. Да? Ну, просто реально, вы видите вот сами, что... Как бы у нас до хрена попадается всяких вещей. Я бы не стал сейчас это делать, лучше бы мы бомбу сделали. Так, ну, а один куда резак идти, мы уже нашли. Карта. О, вот тут слева, видишь, как раз. Так, ну все-таки нам в транзитную линию. А, нам вот туда зайти надо. В дверь. Я думаю, что и там где-то справа будет. Точно, я ж отсюда выходил, помнишь? Да. За стойкой. Так, а как туда попасть? Дверь справа. Нет. Это лифт? Это лифт, вот дверь справа. И из нее еще раз направо. Да. Слышишь? Зашибись. И это лифт. Но нам не на лифт, явно. Ну да. И ну все, тогда поехали. Раз мы сюда попасть не можем.
Вроде не особо, особо важного ничего там нет. Но зато немножко сократили. Развлеклись. Население Севастополя. Да. И туда мы тоже, к сожалению, да, не можем. Короче, можно было туда не идти. Видимо, они нас ждали в другой части. Поджидали бы. Ну да. А может быть, они услышали бы, когда лифт подъезжал, и начали бы движение сюда. Не исключено. Вот. Но, во всяком случае, зачистили и нормально. Да. Блин, что он так медленно едет, реально? Сунь чай. Чё, куда там сунуть? Себя в этот лифт. О, и тут бац, чужой. Опять лифт эпично подъезжает с красивой музыкой. Интригующей. Вы представляете, если в доме многоэтажном лифт подъезжал с такой музыкой. Все бы пешком ходили. Троллейбус.